Это сердце Анапы – театральная площадь. Здесь полным ходом идет подготовка к 1 июня – Дню защиты детей. Одни специалисты устанавливают тематические баннеры к предстоящему празднику, другие наводят порядок на самой площади при помощи поливальных машин. Большие изменения коснулись и территории морского порта. На входе уже практически завершили реконструкцию зеленой зоны. Уложена новая плитка, установлены лавочки и урны. Сейчас идет монтаж освещения. Появился здесь и долгожданный пандус для мамочек с колясками и людей с ограниченными возможностями. Теперь прогулка по набережной станет действительно удобной и комфортной. Парк стал намного лучше. Поставили пандусы. Стало удобно подниматься, намного даже. Анапа изменилась в лучшую сторону, чем было. Также на набережной идет подготовка к укладке новой тротуарной плитки. Старое покрытие было полностью демонтировано. Сейчас сотрудники МКУ «Ремстрой» завозят строительные материалы. Всего на этом участке предстоит уложить более 130 квадратных метров тротуара. Новую плитку на тротуар завезли почти в полном объеме. И планируется к концу недели закончить монтаж новой плитки этого тротуара. Еще две бригады работают в селе Витязева. Там приступили к установке съездных пандусов на улице Черноморской. Руслан Душевский, Анапа регион.